15 тысяч преступлений раскрыли полицейские Приморья за год. Это уголовные дела, административные правонарушения, борьба с незаконным оборотом наркотиков, мошенниками, в том числе в интернете. Также сотрудники в форме следят за соблюдением закона в сфере оборота водных, лесных, топливных ресурсов и многого другого. Губернатор края отметил особый вклад полицейских в обеспечение безопасности граждан во время массовых событий. Это 7-й восточно-экономический форум. 7-е международные спортивные игры «Дети Азии», единый день голосования, 77-я годовщина Великой Победы в Отечественной войне. Хочу поблагодарить личный состав Краевого управления МВД России и территориальных органов внутренних дел за добросовестную работу, проявленный профессионализм, ответственность и мужество. Причем сотрудники органов внутренних дел помогают гражданам не только по долгу службы. Приморские полицейские спасают людей из огня, тушат горящие машины, отыскивают потерявшихся граждан, помогают инвалидам, сопровождают людей, которым требуется экстренная медицинская помощь. Изучение общественного мнения показало, что МВД России по Приморскому краю находится на 42-м месте. Уровень доверия является средним среди субъектов Российской Федерации. Наша оперативно-служебная деятельность должна быть ориентирована на социально значимые результаты. Мне нравится помогать гражданам. В принципе, когда видишь благодарность от граждан, элементарного спасибо, это очень приятно. И, в принципе, ты ощущаешь тем самым результат своей деятельности. За высокие результаты в службе отметили лучших приморских полицейских, вручили ведомственные награды, грамоты и благодарности правительства и законодательного собрания края.